Приветствую вас. Я увидел вопрос, который вы написали. Значит, вы просите, чтобы вам помогли выйти из депрессии, вот, и, значит, помогли стать увереннее в себе. Значит, во-первых, депрессия, если у вас она действительно есть, ее нужно продиагностировать, во-первых. И при диагностике депрессии, если у вас действительно она есть, то, соответственно, вам назначат лечение, в том числе и медикаментозное лечение, для того, чтобы вы смогли воспринимать психологическую помощь. То есть без медикаментов, если у вас действительно депрессия, вы не сможете нормально воспринимать психологическую помощь, которую вам смогут оказать хотя бы на нашем ресурсе. И поэтому, если у вас действительно депрессия, то обратитесь сначала к психотерапевту, психиатру, очно, чтобы он вам потом расследовал вас, провел диагностику, выявил наличие или отсутствие депрессии, и если она у вас есть, то, соответственно, назначил бы вам медикаментозное лечение и порекомендовал бы вам психологическую помощь, психологическую консультацию для того, чтобы вот вам можно было бы из нее выйти. То есть просто психолог из депрессии выходить не помогает. Потому что депрессия — это болезнь, как любая болезнь, она лечится. Вот, это первое. Значит, что касается уверенности в себе, то ситуация здесь заключается в том, что, опять же, это когнитивная терапия. То есть уверенность в себе повышается за счет того, что вы лучше отдаете себе отчет в том, в чем именно вы в себе не уверены. Вот что вызывает у вас сомнения и почему. И, соответственно, на те качества, которые у вас вызывают сомнения, вы образуете цели, формируете цели, из целей образуете задачи, которые вам нужно будет выполнять для того, чтобы видеть реальный результат от своих действий и тем самым становиться более уверенной в себе. Вот. То есть уверенно в себе повышается достаточно легко, но для этого, конечно, нужно работать со специалистом. Вот. А что касается депрессии, то здесь, все-таки вот если вы говорите, что у вас она есть, то здесь необходима именно консультация, в первую очередь, значит, психотерапевта, психиатры, который вам продиагностирует наличие или отсутствие данного заболевания. И, соответственно, если у вас этого заболевания нет, депрессия, а есть только депрессивное состояние, то депрессивное состояние связано с немножечко другими моментами, немножечко другими аспектами, которые есть в вашей жизни. И, например, апатия, например, неверие в собственные силы, отсутствие видимых результатов от своих действий, соответственно, потеря ощущения собственной значимости. А собственная значимость — это единая, так сказать, линия поведения, ориентированная на ваши ценности.
и так далее. То есть депрессивное состояние это все-таки не то же самое, что депрессия. Поэтому вот, пожалуйста, учтите это, если все-таки решите работать с психологом по данному моменту. Что касается времени, то, ну, я мог бы поработать с вами, если вы хотите, где-то после 7:30 по московскому времени. Вот, но опять же, это если вы выберете, если вы не решите обращаться прямо к психотерапевту, психиатру, отчиму. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные у вас остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.